сказала, трезвый. Ну, опять я дала возможность выжить. Она так хорошо напала, что ее взорвала. Выгал, видите, черный. За полотенце, черный угол. И нету. Балкон. Балкон. Хорошо, что выжил. А если бы в квартиру? А я еще и говорю. Ну, у меня Жеки тоже работает. Я говорю, слушай, он потом позвонил, я ему утром разбудила, говорю, нас бомбят. Он говорит, это галлюцинация у тебя. И он это, потом, когда уже приезжал, смотрел, говорит, да, там говорит это. Я говорю, так у них же, у вас же колонки. У нас. А у нас это, у нас горячая вода. 302, у нас горячая вода. Вот я говорю, а если попали в колонку? Сейчас насыпь на пролетные все. Тут бы взрывной волной бы вот так сыграло все.